Дай мне. Держи. Действительно вкусно. О, привет, друзья! А давайте мы сделаем проверку лайфхаков из ТикТока с едой. Я думаю, это будет очень интересно. И сейчас самое время поставить лайк под этим видео. Подписаться на канал и посмотреть это видео до самого конца будет очень интересно. Меня зовут Алина, и вы на моем канале Эллен Стар. Ну что ж, не будем затягивать и начинаем! Всем привет! Сегодня мы будем делать с вами резиновое яйцо. Для этого берем стакан, бросаем туда яйцо и заливаем самым обычным уксусом. Этот лайфхак с яйцом. Как сделать резиновое яйцо? Как вы думаете, получится? Будем использовать куриное яйцо, стаканчик и уксус. Давайте покладем яйцо в стаканчик и зальем его полностью уксусом на 20 часов. Думаю, у нас получится. Или нет? А этот лайфхак с шариком. Неужели сок апельсина может лопнуть шарик? Давайте попробуем. Вот шарик, а вот апельсинка. Сейчас мы апельсиновым соком попробуем продырявить шарик. Что-то не верится. Но мы все равно попробуем. Поехали! На раз, два, три. Можете попробовать сами. Этот лайфхак рабочий. Ребята, я вся мокрая. Здесь все в апельсиновом соке. А это вкусный лайфхак с картошкой. Как сделать чипсы в домашних условиях. Очень хочу попробовать. Для этого всего лишь надо картошка, микроволновка и подсолнечное масло. И еще немного соли. Сказано было жарить 5 минут в микроволновке. Я уже очень хочу чипсов. Давайте поскорее попробуем. Размазываем по тарелочке маслом. Смазываем картошечку сверху маслом. Ставим жариться картошку на 5 минут. А пока она жарится, подпишитесь на мой канал, те, кто еще не подписался. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. У-ху! Вау! Только она горячая. Надо немножко подождать. Ничего себе! Вот такие чипсики получились.
настал тот долгожданный момент, будем пробовать. Это очень вкусно! Это самый вкусный лайфхак! Слышите, как хрустит? Чипсы получились! Ребята, вы видите? Это настоящие чипсы! Лайфхак работает! Я этому лайфхаку ставлю большой плюс! Мы счастье съедим. Оставь мне. Ребята, а вот наш долгожданный лайфхак с яичком, который вы так долго ждали. Уже прошло 20 часов, у него какая-то образовалась пенка, и уксус стал каким-то коричневым. Я уже успела и поспать, и поесть, и к вам пришла. Вот такое яичко. Видите, я его трогаю, оно мягенькое. Оно действительно как резиновое. Давайте пойдем промоем его под водичкой. Посмотрим, что с этим яичком случилось. А сейчас я его еще и помою губкой. Вау, смывается! Оно такое мягенькое. Оно такое большое стало. И очень прикольное, как сквиш. Вот видите, какое оно мягенькое. А может, оно еще прыгает? А это что? Здесь отлетел кусочек яйца, и видите, здесь как будто какая-то пленочка. Давайте мы ее попробуем стереть. Вау, смотрите! Оно реально стирается. Ой! Ой! Это желточек, а вот это, смотрите, оно стало пленкой. Круто! А вот здесь уже все в пенке. А вот это желточек, он, смотрите, его можно помять. Но все равно он такой прям жидкий. Класс! Ребята, я вам показала лайфхаки, которые работают. Можете сами смело их делать. А если вы впервые на этом канале, то напоминаю вам, меня зовут Алина, и вы на канале Эллен Стар. Ребята, если это видео вам понравилось, то поставьте лайк. А если вы подписались на этот канал, большое вам спасибо! Вы мне очень помогли! Всех целую, люблю и всем пока!